На базе Центра детского технического творчества города Каспийска открылся лагерь дополнительного образования, где дети в будние дни в течение 2 часов занимаются интересными занятиями. Сотрудники госучреждения рассказывают, что здесь дети проходят разноплановое обучение. Они занимаются тем, что им интересно, а наша задача во время досуговой площадки привлечь их к нам в дальнейшем, чтобы они занимались уже в наших кружках. Они здесь у нас и мастерят, и рисуют, там занимаются английским, ментальной арифметикой. То есть всем тем, что способны им дать наши педагоги. Отметим, что досуговая площадка функционирует с июня текущего года и на данный момент принимает уже 3-ю смену. Сейчас лагерь посещают порядка 35 ребят от 7 до 12 лет. Юные каспичане делятся, почему они выбрали именно это место и чему научились. Я научилась английскому языку, и нравится мне тут лепить. Мы лепили сегодня зайчика. Мне нравится английский больше всего, потому что я его вообще не знаю. Отметим, что проходить 3-я смена будет до 25 августа.